Здравствуйте, это программа «Культурный экспресс», ваш гид в мире культуры, искусства и творчества. Меня зовут Анна Гончаренко. И каждую неделю я знакомлю вас с самыми крупными и актуальными событиями творческой сферы, а также с самыми яркими личностями искусства. Мы начинаем, не переключайтесь! Наталья Орейро перепела хит комбинации «Russian Girls». В сети он стал доступен 24 октября в дату выхода финальной серии байопика о группе «Комбинация». Что из этого получилось, судить вам. Певцы Эсте, Звонки, Нилетто, Мэри Гу, Бьянка и другие станут голосами поэта. Это значит, что в сети стартовала всероссийская акция музыкально-просветительского проекта «Голос поэта», на заключительном концерте которой многие известные артисты исполнят свои треки на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Роберта Рождественского и других классиков. Второго октября состоялся финал всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки». Карачаево-Черкесию, на котором представляла воспитанница детской школы искусств номер 2 города Черкесска Дарья Тамбиева. Итоги узнаете в нашем сюжете. Дарья Тамбиева виртуозно владеет инструментом, чем и привела в восторг участников и жюри Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки», единственного в России конкурса для выявления одаренных детей и семей сотрудников правоохранительных органов. Аналогов, к слову, такого конкурса в мире не существует. Из порядка 6 тысяч участников до финала добралось только 28. Это участники с высочайшим уровнем мастерства, отобранные жюри в предыдущих этапах конкурса. Среди них и хрустальная звездочка из Карачаева-Черкесии Дарья Тамбиева. Она выступала в номинации «Исполнительское мастерство» и заняла 3-е место. Вся Карачаево-Черкесия, конечно же, всей душой болела за Дарью и поддерживала ее. Сегодня у нас в гостях директор Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесии Хасан Якубович Биджиев и актриса этого же театра Марьям Халкечева. Встречаем их у нас в студии. Марьям, Хасан Якубович, добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Добрый день. У нас сегодня интересный повод для обсуждения, но, как правило, вы знаете нашу традицию, наша программа начинается с рубрики «Блиц-опрос». Марьям, ты в курсе? Хасан Якубович, для вас расскажу, что это. Я вам задаю вопросы кратко, быстро, по очереди. Вы на них отвечаете. У нас будет ограниченное время, примерно 2 минуты. Чем вы быстрее ответите, тем будет лучше. Готовы? Ага. Так, ну тогда засекай время и поехали. Назовите 3 своих положительных качества. Справедливо. Никогда не обманываю, не трушу, люблю театр. Отлично. 3 негативных, Марьям, своих. Ага, положительных не будет. Ты думала, только ты, да, будешь подсказывать Хасану Якубовичу? Тогда подсказывайте вы мне, Хасан Якубович, негативных? Да, своих. Суетливая. А я говорю, Марьям, ты все знаешь. Да-да-да, подвела я Хасан Якубович. Да нет, все хорошо. Время. Ну нет, нет, нету других у нее недостатков. Да. Нету. Ну хорошо, самое большое достижение в вашей жизни. Я не хочу пафосных слов, но у меня есть театр. Отлично. Если бы завтра утром вы могли бы проснуться и получить в подарок любую суперспособность, любую суперсилу, что это было бы? Ага, избавиться от суеты. Вот так, да? От нашего единственного недостатка. Да-да-да. Есть ли что-то, чем вы давно мечтали заняться, но пока это так и не сделали? И что это? 4 года как не ходил на рыбалку. Надо возобновить. Некогда. Назови самое дорогое воспоминание.
Самое дорогое, ну, тем более мы о театре говорим сегодня, это вот первый раз, когда я поняла, что такое от начала до конца прожить в спектакле, вот, и вот это ощущение, оно очень дорогое для меня. Кстати, так никто еще не отвечал. Yes. Над чем, над какой темой вы никогда не будете шутить? Над моралью. Опиши себя одним словом. Да что ж такое? Мне такие достаются. Одним словом. Добро. Добро. Самый дорогой подарок, по вашему мнению, от женщины? От женщины? Мои дети. Так, отличный ответ. Ну и последний вопрос. Очень простой. Хачин или шашлык, Марьям? Вот сегодня, наверное, шашлык. Спросила бы ты завтра меня, наверное, то хачины были бы. Вот, как все по-женски, да, все стабильно. Ответы прекрасны, теперь предлагаю перейти к основным вопросам. Давайте. Насколько я знаю, не так давно вы вернулись с 8-го Всероссийского фестиваля русских театров. Давайте для начала поговорим вообще о роли таких фестивалей. Вот как вы считаете, для чего они, в принципе, нужны театрам? Кто приступит? Давай, Мария, говори. Так для чего? Ну, в первую очередь, это обмен опытом. Конечно, мы у себя внутри, в нашем городе, смотрим на другие театры, как у Черкесский, Абазинский, другие наши национальные театры. А тут, когда со всей России, со всей страны съезжаются разные театры с разными постановками, с разным видением и решением, конечно, это интересно. И мы, конечно, себя хотим показать, что мы там готовили, ваяли там у себя дома, и привести, продемонстрировать, сказать, вот они, мы есть, увидите нас все, пожалуйста. Ну, наверное, тоже такое, да, старание будет, конечно же, обязательно присутствовать, да, для того, чтобы себя показать как можно лучше, конечно, да, на таком мероприятии. Да, все равно же сравнивают, оценивают, кто лучше себя показал, кто хуже, кто интереснее, поэтому, да. Хасан Якубович, вы как директор театра, что скажете? Ну, если вот как если директор, бы не было таких фестивалей. Какой-то шкурный вопрос решить, обменные гастроли, что-то еще, что немаловажно. Ну, правильно, Марьям. Вы знаете как, ну вот если перевести на тот спортивный язык, для чего соревнования? Чтобы выявить, кто есть кто. Вот и все. То же самое, фестиваль. А здесь чуть сложнее, допустим, да, там видно, кто ленточку первый там перебежал. А тут есть, может быть, спектакль сам по себе не очень, а внутри какой-то актер или актриса лучше, чем тот, который академического театра спектакль, например, в целом. Но вот поэтому номинация обычно бывает по спектаклю, режиссура, женская роль главная, там, мужская и так далее, лучшая. Скажу по секрету. Давайте. Похвалили одну мою актрису ведущую, которую я очень люблю. Сказали, что давно не видели в российских театрах такого уровня актрису. Да, вы она что? Сидит рядом со мной. И рядом со мной, да? Да? За ним такое счастье. Да, на самом деле, ее очень похвалили, потому что, ну, если есть, есть, понимаете, а если нет, нет. Угу. Профессия такая наша. Она как совесть, или нет, или есть, или нет. Марьям, ну если ты не против, к твоим хвалебным отзывам мы приступим чуть-чуть позже. Сейчас обсудим эту тему, потом обсудим вообще, как развиваются артисты наши молодые, хорошо? Вот, Хасан Якубович, ну а точно ли вообще нужно регионам делиться опытом? Вот мне хочется спросить, с какими вот реальными навыками, мыслями, идеями, планами вы уехали оттуда? Ну, вот ничего нового, опять-таки, вы знаете, хотя это очень подробно, если рассказывать, много времени займет. Я еще раз говорю, мне хочется посмотреть. Вот там, допустим, было два театра. Один карагандинский, другой ингушский. Ставили один и тот же спектакль. Кстати, вот как есть, интересно. Есть возможность сравнить, я уж не говорю о тех актерах, которые заняты там, и режиссерах, которые поставили это. Вот чем отличается режиссура там, все остальное, те, кто занят в спектакле? Шекспир, неважно, Гоголь там, или Горький, Чехов. Пьеса та же, автор тот же. Ставят два человека. У одного провальный спектакль, а другого супер какой-то спектакль. Почему? Потому что, опять же,
переводя на спортивный. Какой тренер, какой поп, такой приход, одним словом. И поэтому очень хочется посмотреть, что сегодня. Особенно меня очень интересуют сценографы. Очень важно создать атмосферу на сцене спектакля для актеров, в которых они существуют. И для восприятия. И какой свет там поставить. И какая музыка она подводит под те чувства, которые сегодня источает из себя выдающаяся актриса. Вот. Опасно. И все это вместе вызывает комок в горле или какие-то накатывают какие-то слезы, и думаешь, господи, нет, не зря я пошел в эту профессию. А если пару слов о театральной этике? Вообще у вас как принято? Вы можете на таких фестивалях присмотреть актера, актрису и потом переманить? Практикуется такое? Я никогда не понимал мужиков, мужчин, которые приходят на какую-то вечеринку без своей жены, а потом походит чужой жене и говорит, можно я с ней танцую? Да приведи свою и танцуй. Что ж ты? На зависть, на других. А вдруг вы так вдохновитесь, будете вообще без мамы? Вдруг там будет вот как Марьям? Такая вот как Марьям, во-первых, ну, где взять? Во-вторых, вы знаете, это вот как раз вопрос этики. Ко мне вот... Ну, будем так говорить, у нас особенно мужская, эта самая часть коллектива, актеров, ну, мало у нас, мало. Но ко мне обращались из других театров. Можно мы к вам придем? Можно? Я двоих взял из другого театра, потому что, но прежде чем взять, принять на работу, я спрашиваю директора, я говорю, посмотри, твои пришли ко мне, чтобы потом, я не хочу, чтобы ты потом сказал, а, моих-то переманить. Нет, нет, ради Бога. Ради Бога. Тогда можно. А так тихо-тихо говорить. Ну, вообще, это же ненормально. Это нехорошо, когда перешептывается и так вот переманивает. Это хорошо не кончается потом. Так, хорошо. Вот момент этики я поняла, да, что вы вообще хотите донести. Но, а все-таки, а как быть, если у вас кадровый голод? Если у вас не хватает вдруг актеров? И вы увидели, да, вот приметили кого-то и решили сделать просто такое вот рабочее предложение. Нет? В общем, это считается не очень. Я могу предложение это сделать, но лучший способ приобрести актрис – это послать их учиться. Пусть учатся и приезжают, чтобы не ходило по чужим клубам. А если их нет? Вот если их нет? Ну как нет? Почему нет? Давайте мне возможность отправить актеров, я найду по республике. Я у вас буду вот в экран скажу, ребят, давайте, кто хочет в ГИТИС, на актерский факультет. Я думаю, что 10-15 человек в республике откликнутся. А там готовое уже. В общем, не хотите, да? Неэтично. Ну, нет, нет. Когда уж совсем не в моготу, если человек хочет прийти, и если устраивает и та, и другая сторона, ну, почему нет? Мы можем принять. Да, конечно. В общем, мне хотелось действительно понять вот роль таких фестивалей. Не только, конечно же, обмен опытом, да, какую-то обратную связь о своей работе получить, но вот еще может ли быть, да, вот, допустим, такой момент. Я вас поняла. Марьям, ну, расскажи, пожалуйста, теперь ты, с какой вообще постановкой вы ездили и какую обратную связь в целом, не только о тебе, как о прекрасной актрисе, вы получили? Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь». Да, вы были у нас на спектакле. Да, помню. Хасан Акубыч думал, да, вот с чем нам поехать, но он, конечно, сильно фестивальный спектакль. Он и яркий, и свет, и декорации. Ты там поешь, ну там просто и мюзикл, и все там есть, и сценическое движение, и танцы, там есть все, конечно, есть чем удивлять. Поэтому мы с уверенностью вообще, конечно, Шекспир, конечно, мы его повезем. Вот, и... Что там? Какая обратная связь была? Обратная связь. Мы вообще на стрессе, что мы только что отыграли, у нас какие-то там свои впечатления, мы это все обсуждаем, и нам говорят, все, поехали, будет, в общем, обратная связь. Критики вас ждут, сейчас будет обсуждение. И когда мы приехали и видим эти очень строгие, серьезные лица, нас так напротив посадили, вот все с листочками, там, с тетрадочками, сейчас вот мы все записали. Очень было страшно. Но когда они вдруг неожиданно стали перечислять те моменты, которые мы старались вложить, и режиссер, и мы, и они это все заметили, увидели и заметили, да? Мы такие, да вы что, это вообще не зря. Это такое облегчение и радость, думаешь,
Ну, мы же правда работали, и когда они это все замечают, это вообще счастье было, конечно. И все так переглядываемся на Хасана Якубовича друг на друга, думаем, вот, оказывается. Хасан Якубович на вас. Да. В общем, похвалили, да? Да, похвалили в целом наш русский театр. Особенно то, что они все поют, это для них вообще было бомбой. Они говорят, у вас все поющие актеры, причем чисто берут ноты. Это здорово. Драматические актеры, когда поют, это очень здорово. Да, я тоже считаю, что это большой плюс, да, когда тебе подвластны, соответственно, еще такие вот роли, такие образы, прекрасно. Марьям, ну вот раз тебя так расхвалили на этом фестивале, будет вполне логичный вопрос. Как вообще актеры могут на сегодняшний день развиваться? Не только, да, вот поддерживать свой уровень, но еще повышать его. Ну, по моему мнению, это насмотренность, что, да, мы учимся в вузах, там, несколько лет, там, ремесло, это все понятно, но вот тренинг внутри нашего театра, что это репетиции, новые режиссеры, то, что вот Хасан Якубович говорил, что он приглашает, а самостоятельное развитие, это вот насмотренность, что вот поехать посмотреть другие театры, вот, там, на Ютубе открыть какие-то спектакли, посмотреть вообще, какая сейчас кухня театральная, что нового, что происходит. Какие приемы и насмотренности, по моему мнению. А вы что-нибудь добавите, как вообще актерам можно развиваться на сегодняшний день? Я опять-таки ссылаюсь на всем понятный спортивный язык. Давайте. Если вот есть такое понятие у Станиславского нашего, работа актера над собой, когда ежедневно, ежечасно, не только когда выходит на сцену, на репетиции, тем более там на сцену, когда он играет, это понятно, это результат вот этого тренинга. Опять-таки, спортсмен, если только будет выходить перед тренировкой, там, качать свои мышцы, он ничего не сделает. Он ежедневно должен этим заниматься, чтобы не потерять форму, чтобы приобрести что-то, чтобы окрепнуть. И тогда он может выйти, чтобы его потом не освистали. То же самое здесь. Вы правильно говорите? Это ежедневная работа актера над собой. Дикция ли, пластика ли, осанка ли, кстати говоря. Пение, вокал, да, как потом оказывается. Надо быть все-таки образованным человеком, надо читать много. Вот, хотела сейчас раз про книги спросить. Очень надо много читать и понимать. Что такое читать? Не ради того, чтобы потом сказать, а вы это читали, начинает рассказывать. Нет. Вот оттуда выудить, что вы там сливки из прочитанного проглотили, посмотрели, а как ты это и твое видение. И тогда ты имеешь собственное мнение. Сказал это великие люди, если написали. Они же каждое слово выверяют. Это их гениальные мозги выдают такие. Вот. И когда ты не слепо повторяешь, я разговариваю, то, что ты прочел, а вот если это пойдет туда внутрь, в душу западет, да? А потом через режиссуру или там актерскую игру, это когда выдаешь, каждое слово должно быть, я говорю, загружено, не просто слова выкатываются так, знаете, по одной. Хорошо, если по одному выкатывается, хоть слышно. А когда вот так вот все шлепается рядом, если артикуляционно или посыл этого нет, тогда в наших не очень хорошо, на выездах особенно, в помещениях, где мы ставим спектакли, что он сказал, все, прозевал, слушай, пойдем. Нет, надо доносить каждое слово, каждое, в общем, это идеально должно быть. Идеально должно быть все. В общем, каждая дневная работа над собой. Не красиво, а идеально во всех отношениях. Вот это все. Планка. Вот эту планку вы создали. Это норма. Идеально. Марьям, а как ты считаешь, для работы над собой нужен вообще наставник? Вот человек, с кем ты будешь консультироваться, от кого будешь получать обратную связь и так далее. Да, это обязательно. Ну, та работа над собой, о которой говорит Хасан Якубович, самостоятельно. Это а вот как, если вот, как самостоятельно, зарядка, да, вот как рассмотреть работу. А так вот, чтобы именно в работе, когда даже другие режиссеры приезжают, мы все равно наставником считаем Хасана Якубовича, который, он нас знает.
что мы можем, на что мы способны, где мы выгоднее будем выглядеть, и все равно Хасан Акубыч нас направит. Даже если где-то там мы заблудились или режиссер заблудился, Хасан Акубыч нас на свет выведет. Ну, он как, ну, я стараюсь не влезать, если там какие-то... Угу. Ну, в принципе, пока все хорошо, нет там ни конфликтной обстановки, да, у нас. Хорошо. Так, пока мы учимся... Пока мы учимся, допустим, наш наставник — это мастер курса, руководитель, педагоги. Да, у нас очень много и самостоятельной работы. Мы там этюды ставим, отрывки ставим, и он смотрит и направляет. А уже в театре, конечно, это художественный руководитель. Это и есть наставник. Конечно. А если говорить именно про саморазвитие актера, вот здесь нужен такой, так скажем, советник, наставник вообще? Да нет, тут уже как самостоятельная работа. Если мы говорим про артикуляцию речи, вот, это просто как зарядка, мы по утрам навыки стоим. Профессиональные, да? Ну да. А в данном случае, вот то, о чем вы говорите, и наставником, и ценителем, и критиком становится зритель, который смотрит, что ты там на сцене на сегодняшний день. Как ты занимался? Чем ты меня, да, чем ты сегодня меня удивил? Я бросил все дела, сказал, давай пойду. Пошел. Пошел на актрису, не скажу на какую. И думаю, а, вот, да погоди, что-то она... Да? Вот это плохо. А если... Слушайте, я буду ходить в театр. У нас есть актеры. Вот этого мы хотим добиться. Не специально ходить там с билетами. Сейчас вот делается через онлайн и так далее. Но театр должны ходить люди сами, добровольно. Я раньше говорил. Раньше вот в бане ходили. Я в селении вырос. Среди казаков у нас было два дня банных таких. В субботу женщины, в воскресенье мужики, или наоборот, что-то не помню. Но был огонь. Но это был банные дни были это. А это целые, после бани женщины такие крупные, взявшись под руки, по асфальту широкому шли и пели казачьи песни. После раскрасневшиеся вот, шли они, чистые, хорошие. И должны быть театральные дни, да? Вот, так что вот... Такая должна быть. В общем, я думала, что мы с вами, если честно, какие-нибудь сейчас раскроем секреты. Как же вдохновлять, да, актеров на работу? Как же вообще актерам работать над собой? Да, что-то думала, ну, вдруг мы такое обсудим, да, что мы раньше не обсуждали. Но все оказалось, к счастью или к сожалению, старо как мир. Да, работа над собой, работа в театре, наставник и зритель, главный судья. Дело только добавить? Маленькая-маленькая деталь. Ну-ка. Нужна. Талантлив надо быть при этом. Ну, это так. И тогда все получится. Вот, кстати, мы относительно часто обсуждаем, знаете, долю таланта и долю трудолюбия вообще в своем успехе. Что вы можете сказать по этому поводу? Что важнее, грубо говоря? Мариам, скажи, пожалуйста, как тебе удается? Без трудолюбия? Вот так вопрос поставили. Да нет. Уже получен как будто бы ответ, да? Да. Будешь его оспаривать? Нет, скажи. Ну, как, если так, что важнее, не трудолюбие, наверное, важнее все-таки. Нет, вот этот талант — это какая-то искорка, которая, как сказал Хасан Акубыч вначале, оно либо есть, либо нет. А если его нет... Но зато море трудолюбия. Вот человек работает. Вот он придет к своей цели? Я думаю, может, да. А если сравнить с таким, ну, грубо говоря, лентяем, но талантливым, вот кто больше? Они обычно такие бывают, лентяи. Добьется успеха. Да. Дело в чем? Все должно быть. Даже самый талантливый актер должен быть организован. Можно и протринкать этот талант, который у тебя есть, Богом дано, это не твое, тебе дар такой. И его не так использовать, не на то время свое, это самое, левой ногой отыграть там, здесь, а потом уже постарел, уже морщины, а еще ничего не сделал. А что я сделал? Я гениальный, говорю, сидите, время прошло, вот тут у нас другие есть. Надо уметь организацию, нужна внутренняя. Ну, это идеал. А если выбирать? То есть вы сейчас говорите о том, что талантливый человек должен для своего успеха... Трудиться, безусловно. Да, должен трудиться. Да. А если выбирать, нет, трудолюбие или талант, что приведет к успеху? Вы знаете, сколько бы я сейчас не писал и чернил не перевел, я буду писать, из меня Толстого не получится. Это трудолюбие называется, если у меня нет таланта. Трудиться можно, чего-то, знаете, без слуха. Вот ребенка тащит, он должен играть на скрипке. Не хочет, не может, нет, тащит. Где-то вот так.
все равно без таланта не обойтись. Именно в нашей профессии. Да, я согласна. Это такая специфическая очень область. То есть, ну, грубо говоря, можно какую-то прикладную профессию освоить, да, и сидеть что-то там делать. Но вот быть актером, зажигать сердца, души, да, и глаза зрителей не так-то и легко без таланта. Ну, без посредственных тоже невозможно, потому что не могут быть все талантливые, все 10 исполнителей. Конечно, игра, центр 1, 2, 3 человека, самое больше. Все остальное антураж, хотим того или нет. Если даже молчит просто красивый такой мужчина, импозантный, все смотрят, какой актер. Он молчит, ему не дали просто слов. Он средний актерушка, но смотрится. Конечно, это тоже есть, потому что так делают те, кто вот очень хочет, хоть не дано, но он очень хочет быть в театре, он очень не хочет никуда. Ну, вот так и простоит в углу. Обидно. Но ему нравится, ну пусть стоит. Мы с вами обсудили, как повышать уровень артистов. Да, и вот это вот все мы связали с фестивалем, о том, что насмотренность, это все влияет, получение обратной связи тоже важно. Ну а как вы считаете, как наставникам повышать свой уровень? Посмотрела на наставника. Наставник, вы знаете, прежде чем кого-то учить, надо самому что-то знать. И самому надо культивировать свои какие-то способные возможности и развиваться, а иначе... Ну как я могу сделать замечание актрисе, если я в этом не понимаю? То есть как? Я знаю какие-то каноны, но сейчас другое. Есть другие, более... я не люблю вот это слово «креативный», «не креативный». Я не люблю вот это. Знаете, я говорю «креативный», знаешь, что такое? Это дрова с палихом. Вот жечь. Вот это креативные дрова. А я... должен знать и понимать то, что происходит с актером в тот момент, когда он мне не понравился или понравился, чтобы разъяснить и понять, и провести какое-то дело. Ты понимаешь, Мария? Мне кажется, вот там, вот, да? Она говорит, ой, ну, Ксения Николаевич, я вас уважаю, конечно, но вы не так поняли, там это совсем другое. Вы что там, бытовуху там, это самое. А сейчас, но вы не вот, правы. Да, да, да. Сейчас, я чувствую. А посмотри, как зритель в конце «Браво!» кричали, и будет права актриса. Если то есть, конечно, надо развиваться. Вот как наставникам развиваться, не просто выйти на должный, на нужный уровень, чтобы им стать, а как развиваться? Чтобы действительно актеры не переставали слушать. Смотреть, быть в курсе всех событий. Актеры... спектакли, не знаю, все, читать много, смотреть много. Когда я в Москву езжу, я во всех театрах бываю. То есть, чтобы понять, чтобы быть в курсе дела, а как еще? Собственно, соку нет, долго не сваришься. В общем, те же самые, в принципе, советы, да? То же самое. Если ты не будешь смотреть, ты не будешь интересоваться, ну и будешь сидеть там, тихо-тихо стареть. Согласна с вами, развиваться нужно обязательно. Хасан Якубович, Марьям, большое спасибо, что сегодня пришли к нам и за такую душевную беседу. Вам спасибо. Приходите в театр. Обязательно, обязательно. А теперь к предстоящим событиям. Совсем скоро, 29 октября, во Дворце культуры Черкесска состоится концерт классической музыки «Мировые рок-хиты». Вас будет ждать знаменитая музыка культовых рок-групп в драйвовом, виртуозном и эмоциональном исполнении наших артистов. А 7 ноября в филармонии Черкесска состоится спектакль по мотивам комедии Фон Визина «Недоросль». В центре постановки современный студент, который под воздействием искусственного интеллекта попадает в прошлое и воплощается в образе Митрофанушки, у которого на уме одни развлечения и, как высший идеал, женитьба на богатой наследнице. В общем, весьма актуально. Это была программа «Культурный экспресс». Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго и увидимся ровно через неделю.